Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам хочу рассказать про пчел, ос и оводов. Так как я такой, ну, скажем так, пчеловод-любитель. Пчелами я занималась 3 года, поэтому что-то я про них знаю. А сейчас у нас август, и очень много ос. Да, вот у меня тут еще вот аудитория собралась, подбираются, вот ходят, слушают, да, свои, ага, свои будут поправочки вносить. Ну, конечно, голубика. Голубика вообще шикарная в этом году, Чиф. Да. Ладно. Да ты моя зайка. Не перебивай, ладно. И когда я занималась пчелками, да, вот я вам сейчас покажу. Смотрите, что происходит. Видите? Видите? Опа. Фокус наведу. Очень много ос. Очень много ос. Да. И я так раньше ставила, потому что осы, они на самом деле, они вредители пчел. Они туда залезают в улей, убивают матку. И, в общем, ну, капец рою может настать, потому что они и лезут они туда, конечно, из-за меда, понятное дело. Но осы – это хищники, а вот пчелы. Фокус сейчас наведу опять. Что-то фокус у меня никак. Вот, навелся фокус. Да, и раньше я ставила. Меня тут, правда, тоже чуть недавно не укусило. Я вчера сливу собирала, и так вот прям хорошо успела вовремя руку одернуть. А я раньше ставила вот такие бутылки, да? Ну, может быть, любая, стеклянная, пластмассовая, неважно. И в этой бутылке я ставила эти бутылки рядом с деревьями. Тут, я не знаю, мне удобно, неудобно. Ну, в принципе, можно даже и здесь поставить. Ой, прям, ну, чтобы она не упала от ветра, от всего. Что в этих бутылках? В эту бутылку наливаю. Или наливаю. Вот это вот я сейчас поставила, у меня квас. Осталось немного кваса. Осы, пчелы, они вот это все, вот это вот хозяйство такое забродившее. Компот какой-нибудь не выбрасывайте, оставьте немного. Пусть он у вас даже слегка забродит. Вот так вот налейте. Только не забудьте, если это стеклянное, не забудьте убрать с участка. Иначе у вас стекло зимой заинтересовалось. Деловая колбаса, курочка. А иначе стекло может просто треснуть, и потом будут у вас осколки. Лучше пластмассовые ставьте баночки. Или где-нибудь возьмите, может быть, попробуйте даже подвяжите как-нибудь, чтобы у вас ветром. Или, ну, поставьте аккуратненько и увидите, сколько у вас туда ос и оводов налетит. Мухи, осы, оводы. Вот в эту кислятину пчел там не будет. Пчелы это дело не любят. Поэтому вот я, кстати, забыла. У меня мама укусила в этом году. Вообще всю жизнь ее кусали. Ну, такого, ну как, ну бывало, как всех нас всех, да, с вами кусали. А в этом году укусили. Она прям даже скорую вызывала. Потому что все так отекло, все чесалось, чесалось все тело. Поэтому я вот хочу вас предостеречь. Если у вас есть свой участок, да, то таким способом можно спасти свой участок. Я вот здесь вот под яблоню ставила, потому что это вот сейчас чуть позже они начнут даже яблоки грызть. Представляете? Вот, и можно даже нечаянно, когда комарик меня укусил, так, когда рвешь яблоко или... вот, пожалуйста, я вам рассказывала, да? А вот это уже овод. Вот это уже здоровый овод. Вот он. Вот если бы я решила сорвать вот это яблоко, вы представляете? А он уже ест.
представляете, насколько нужно быть аккуратным? Это уже овод. Вот значит, мне сюда тоже надо какую-то банку поставить. И он такой здоровый. Хо-хо-хо. А яблоко такое аппетитное. Ну, в общем, капец яблоку. Они там уже выедают его. Вот. И, конечно, сейчас август. И понятно, что уже скоро холода наступит для них. Они все прекрасно, все насекомые, все понимают. Что-то у меня с фокусом сегодня очень. Поэтому они, конечно, сейчас очень злые. Обязательно в аптечке я вам рекомендую, чтобы у вас были, ну, кларитин или супрастин, что-то такие вот какие-то антигистаменты, препараты. Потому что если что-то, не дай бог, кто-то вас укусил, то это первое, что нужно принять, потому что неизвестны последствия. Нас всех кусали, но вот видите, как может быть реакция разная. Вот, вспомнила, думаю, надо вам рассказать. Это то, что я знаю. А еще, ну, меня пчелы кусали, да. Первые, конечно, были для меня, так как я аллергик вообще по жизни, для меня было... Это, конечно, было нелегко все это пережить. Но потом последствия... Вы знаете, по-моему, даже мой организм, он как-то, наверное, перестроился. И у меня реакции такой уже сильной не было. А вообще, еще есть очень хороший способ. Если вас укусила пчела-оса, ну, не дай бог овод, потому что овод это, конечно, пипец, если укусит. Нужно взять мяту. Вот. Это меня пчеловоды учили. Пожевать ее самому. Сейчас попробую. Ну, и если вас куда-то укусили, вот это вот, вот этой вот жеваной мятой нужно намазать то место, куда укусили. И поверьте мне, ваш укус пройдет значительно быстрее. Вот. Берегите себя. Осторожненько. Сейчас собирайте фрукты. Да и просто сейчас уже даже, если арбуз какой-нибудь купите, тоже уже на улице не ешьте. Все это аккуратно. Аккуратно просматривайте, потому что сейчас прям вот прям страшненько. Опа. Страшненько. Я вот прежде чем чего-то сорвать, сначала все прогляжу, а потом только рву. Потому что правда, я вчера прям с трудом успела только руку одернуть. Была бы тоже укушенная. У нас уже 3 человека укушенных. Но пострадала очень сильно только мама. Ну ничего. Ядиком ее обработала. Вот. Они сейчас, вот видите, осы прям в сливе, конечно, их очень много. Вот, пожалуйста, вот я вам еще найду, нашла. О, пожалуйста. Вы представляете, насколько все опасно? Поэтому я вот если даже и сливу рву, то только в очках. Ну что, есть тут кто? Никого. Вроде никого. Можно есть. У нас так жарко, что плоды такое впечатление, что в них прям сахар специально накачали. Очень все сладко. Ой! Чуть не упала. Вот. У нас сегодня 30 градусов жара. Кузя дома.
А я вот вышла вам поделиться с вами советом. Надеюсь, что он для вас окажется полезным. И в такую жару, если вы куда-то едете на природу, то я все-таки вам не рекомендую пользоваться косметикой. Косметика тоже привлекает. Ну, имеется в виду духи, одеколоны. Ну, короче, на свидание в лес сейчас не ходите. Не душитесь. Потому что тоже привлекает насекомых. Звезды мои, что вы тут делаете? Я вас только что отсюда прогоняла. Чиф, почему за девчонками не смотришь? Где ты есть? Забирай девчонок отсюда. Почему они хулиганят, ходят? Чифуля, непорядок. Вот именно, забирай их отсюда. Да. Да, иди беседуй там в курятнике с ними. Понял? На, я тебе сливу угощу за это. Чифуль. Ну ладно, ну не обижайся. Капнула капелька. Сок какой вкусный, божечки. Да на сливу ешь. Во. Чиф, она ж капает. Да вкусная. Да сейчас девчонки все съедят. Ешь давай. Ты обиделся? Кушай. Молодец. Это косточка, это невкусно. Вот. Это вкусно. Молодец. Молодец. Очень вкусная слива. Да. Ну все, ребята, всем хорошего вечерочка. Пока-пока.